В городе Сухум, Абхазия, задержан 38-летний вор в законе Тенгиз Лакербая, известный в криминальных кругах как Тенгуляш Сухумский. Об этом сообщает республиканская прокуратура. По данным ведомства, при задержании у криминального авторитета изъят незаконно хранимый и носимый пистолет марки Glock. Задержанный помещен в изолятор временного содержания. В Абхазии Лакербая обвиняют в домовых кражах, хранении наркотиков, а также незаконном хранении, ношении и перевозке огнестрельного оружия. Ранее 9 марта сообщалось, что Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после избиения находящегося в тюрьме криминального авторитета Вагна Абгаряна. По некоторым данным, он стал жертвой преследования со стороны воров в законе, в частности, Армана Калужского.